вами быстрые новости. Вчера ведь у всех свет вырубило. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию в Санта. От такого импульса Ави посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинала ледяным буррито. 120 гребаных миллионов, Эдди? Охуеть! Все ради того, чтобы поймать одного чувака. У тебя железные яйца, Ви. Эй! Только что нам в студию пришло срочное сообщение. Авиакорпорация Кантау разбился за пределами Найт-Сити. Двигатели аппарата отключились из-за внезапного электромагнитного импульса, который был вызван неполадками на станции в Санто-Доминго. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кочевников. К счастью, уцелевшие сотрудники службы безопасности Кантау сумели отбить внезапную атаку и не допустили новых потерь. Компания уже заявила о том, что готовит силовой ответ, направленный на кочевников. После рекламы президент Майерс выступила с заявлением о проблеме потока беженцев из Нидерландов. Привет, Ви. Сейчас начинать будем. Если надо в туалет, давай бегом. Спасибо за заботу. Можем начинать. Ну так давай на площадку. Только тебя и ждем. Заждались уже. Ну ладно. Сколько вас? Всего шестеро? Маловато. Ну ладно, что уж поделать. Правила простые. Видишь мишень — стреляй. Даже если это мишень соперника, все равно стреляй. Кто больше подстрелит, тот и побеждает. Стреляем по мишеням, а не по соперникам. А, и вот еще что. Только малый калибр. Не выпендривайтесь мне тут со своими пулеметами и бомбострелами. Первый приз — пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Ладно, хорош болтать. Перейдем к делу. Готов? Три, два,
Эй, чего это у тебя? А ну убирай свою двустволку, я же сказал, только малый калибр. Я пистолет забыл. В другой куртке. Пушку надо держать в кобуре. В кобуре. Шел вон отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Да чё психуешь-то? Чумба. Иду я, иду. Бисер перед свиньями. Как-то так. Ладно. 3, 2, 1. Ты по мишени. Не в стенку, а по мишени. Молодец, Руди, давай, давай. Ты, осталась половина. Ну, давай, соберись ты. Лиза, ты чего это? Очки надеть забыла? Ви, последний шанс. Обожаю запах пороха и раскаленного свинца. Стоп, все стоп. Закончили. Первое место, Руди. Второе – Ви. Остальные – неудачники. Учитесь стрелять. Все свободны. Эй, ты чего? Что-то не так? Да блин, все не так. Хули толку от соревнования, если я ничего не продал? По нулям! Так ты сам обозвал потенциальных клиентов неудачниками. Может и так, но... Блять, уважать надо оружие! Ну не умеешь стрелять, ну не берись ты! Ладно, Ви, увидимся. Thank you.
Нет, вы позвонили Нэнси. Сейчас не могу говорить. Перезвоню потом, если захочу. Пока. Да ну, и с каких пор у тебя такие знакомые? Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Ну, на мой невзыскательный слух ничего так. Не напрягает во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Так же начинал. Играл на улицах и мечтал собирать стадионы. Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти попроще. За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория.
Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Постой-ка. Говоришь, по городу еще ходят старые бутлеги самурая? Можно же озолотиться. Да вот ты меркантильный сучонок. Не ожидал. Хотя, как раз ожидал. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Джонни, где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж, тупое потреблятство опять победило. Еще очку команде соперника. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. Эй, знаешь что-нибудь про радужную каденцию? Еще один. Не слишком ли ты юн для этих ископаемых? Чего-чего? Сюда реально каждый день приходит очередной седой дедуля в драной косухе и спрашивает про свой любимый клуб. А я, как запиленная пластинка, объясняю, что корпы выкупили клуб 20 с хреном лет назад. Пора уже объяву повесить. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? Ну, там, самурай, например. Самурай. Стрёмная красная рожа на черном? Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболке, и к нему друзья подваливают, такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? В 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется. На рынке. Городской совет Найт-Сити избавил 32 корпуса. И чем торгует? Клубникой со сливками. Сам-то как думаешь? Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно. Про эти группы никто ни хера не слышал. Круто. Спасибо. Как распределились голоса по этому? Вопросу. Привет. 99 за, 1 против. Этот голос разума был... Рада, что ты выиграл время. Привет, я ищу крутой музон. Есть у тебя лазер-поп? Что-нибудь из Аскрекс? Херни не держим, ты определись. Тебе хорошую музыку или эту единорожью блевотину? Расслабься, Чумба. Шуток не понимаешь. Лазер-поп? Сука, лазер-поп? У меня-то эта херня откуда? Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть Cartesian Dualists, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А самурай? Еще спрашиваешь? Есть. Never fade away, dancing with my axe, chipping in, да любую назови найдется. Silverhand был мессия от рок-музыки. Я бы его записи бесплатно раздавал, но нужно ведь на что-то жить. А ты не как главный фанат Silverhand'а. Да, и этим горжусь. Нынешние рокеры ему в подметки не годятся. Было у Сильверхенда то, что этим в жизни не светит. Серебряная рука? Огонь в нем был, парень. Огонь! Он в печенках у корпорации сидел и погиб за свои идеалы. А ничего, что он был еще и немного террористом? Blaze way down the rebel path. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме.
Не понимаешь, что спрашиваешь? О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи, но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Слышь, я не вру. Про Сильверхенда я вообще все знаю. Ну давай, удиви меня. Знаю, что он говорил Керри на последней встрече. Сказал, чтоб Керри завязывал себя жалеть. Ага, конечно. Я тебе сотню таких бесед придумаю. Свидетелей-то не было. Я тут бывал во времена радужной каденции. Бутлег был бы напоминанием о старых добрых деньках. О, мне-то не заливай. Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет, докажи. Как прошло третье выступление самурая? Ну, дорогой эксперт Джонни, давай-ка, подсказывай мне ответы по истории самурая. А, третий концерт, как сейчас помню. Я поджег гитару и расхерачил ее об сцену. Народ был в восторге. Ну так чего? Долго ждать? Легко. Джонни поджег свою гитару и разбил ее. А, не, так и знал, что врешь. Какой дурак угробит гитару на первых концертах? Новое это денег стоит. Джонни, пожалуйста, можешь не усложнять мне жизнь? Мне и так недолго осталось. Но ты прямо лишаешь меня морального права на сарказм. Это все равно, что пнуть щеночка. Слепенького. Ты так часто подвисаешь? Наш третий концерт был в каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. Помню пожар. И помню, что какие-то придурки пытались его пивасом залить. А я и сам чуть не забыл. Говорят, пожар сам Джонни устроил. Сигарету бросил. Чушь. Это была сигарета Керри. Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни. Все равно не верю, что ты там был. А, похер. Только истинный фанат знает такие подробности. Ладно уж. Надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может, и есть кое-что специально для тебя. Держи.
Круто. Спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Рада, что ты выиграл время. Говорят, что время – лучший учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже, небось, а все еще живет в 20-м году. Он же твой главный фанат. Тебе разве не приятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и чё толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Прошло 60 лет. Что-то же изменилось. Ага, изменилось. Показухи больше стало. Новые разъемы появились, новые вкусы у фруктозного сиропа. Арасака просто сменила лицо. Все то же дерьмо в новой упаковке. Но что-то же изменилось. Может, мы этого не видим, но все равно жизнь уже не та, что раньше. Уже никто не помнит, что раньше слово «человек» не означало кожаный мешок, набитый ширпотребными имплантами. Зарезали? Ну что так? Что опять не так? Попробуйте все 16 новых вкусов Камети Коры и... Аркеотик! Удовольствие! От Олфус! 330% дневной нормы. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Неполадками на станции в Санто-Доминго. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кошельников. Численно уцелевшие сотрудники службы безопасности Кантала сумели отбить внезапную атаку и... Привет, Ви. Спасибо, что пришел. Говорить с Майкой — это как играть в 3D-шахматы. Не дай сбить себя с толку. Может, расскажешь о ней побольше, чтобы я знал, о чем говорить? Нет, говорить с ней буду я. Ты прямо комок нервов. Мне сейчас охота душить этих тварей голыми руками.
Так что да, можно сказать, что я чутка нервничаю. А как ты хочешь переманить ее на нашу сторону? Скажу правду. Про то, как и почему погибла Эвелин. Думаешь, этого хватит? Нет, но посмотрим по ситуации. Судя по всему, я иду просто как телохранитель, да? С чего ты взял? Просто я ее лучше знаю. Я готов. Идем. Погоди, я открою. Тут довольно сложные замки. Такие без подготовки не откроешь. Сможешь обойти их защиту? Ага, я очень надеялась, что с тех пор, как я ушла, у них тут ничего не поменялось. Надежды оправдались. Как два пальца. За мной. Джуди Альварес. Сказала бы, что рада тебя видеть, но я терпеть не могу. А еще, как ты знаешь, я ненавижу незваных гостей. Ага, я даже знаю почему. Мне казалось, после Шельмы тебе падать уже некуда. Но теперь вижу, что ты скатилась еще ниже. Похоже, пробивать дно теперь твое любимое хобби. Сначала ты была с Шельмой. Теперь с убийцами. Боюсь подумать, что да. Я о тебе говорю, Ви. Хоть знаешь, сколько стоит мое время? Не обращай на меня внимания. Я тут в роли мебели. Тогда зачем ты вообще пришел? Убедиться, что Джуди добьется своей цели. Без тебя у нее было бы больше шансов. Джуди хочет поговорить. Насчет облаков. Хочешь вернуться? Окей. Я всегда говорила, что ты классный монтажер. Не пойму только, зачем было притаскивать этот хвост. Я не собираюсь возвращаться, потому что вы считаете кукол за мясо. И это не изменится, пока мы не отберем облака у тигриных когтей. Слушай, я понимаю, то, что случилось с Эвой, тебя потрясло. А... Я думала, ты ничего не знаешь. Было ясно, что ее ждет печальный конец. Странно, что он наступил так поздно. Мы должны что-то сделать. Иначе со всеми будет как с Эвой. Дубман насиловал ее, пока она была без сознания, а потом продал.
как ненужный хлам. О, надо быть спокойнее, Джуди. Ладно, ты вроде в более адекватном состоянии. Объясни, в чем дело? Ты подумай над тем, что сказала Джуди. Идея-то хорошая. Смотри-ка, у тебя появился первый настоящий фанат. Ты назвала меня убийцей. Верно. Я убил Дубмана. И вообще не жалею об этом. Если бы я знал, что он сделал с Эвелин, когда ей нужна была помощь, он бы так легко не отделался. Клубом управляют боссы тигриных когтей. Знаешь, сколько я для них значу? Столько же, сколько вы и ваши проблемы для меня. То есть почти ничего. Так может, ты вообще не должна тут работать? Давайте я сделаю вид, что вы не приходили. По старой дружбе, Джуди. Буквально через минуту охрана поймет, что вы здесь. У вас будет два варианта. Или вы сами отсюда выйдете, или вас вышвырнут. Это не угроза и не фигура речи. Просто дружеское предупреждение. С меня хватит. Я ухожу. Разумный выбор. Как все классно прошло. Она просто нас послала. Мне кажется, она тупо боится. Если что-то пойдет не так, она потеряет работу или вообще жизнь. Поэтому лучше оставить все как есть и не рыпаться? Между вами что-то было? Давно. Мне тогда просто было одиноко. Как и всем в Найт-Сити. Она тогда была совсем другой. И я тоже. Людям, которым важна только выгода, нельзя доверять. Никогда не знаешь, что им покажется более выгодным. Дружески похлопать тебя по плечу или всадить нож в спину. Да, полностью согласна. Просто она когда-то мне очень нравилась. Я не сразу поняла, кто она на самом деле. Но какая бы ни была, без нее никак. Блин, а ведь я могла утром уехать поплавать. Мне кажется, тебе сейчас не помешает отдохнуть. Да и мне тоже. Да, только это будет не совсем отдых. У меня есть одна идея, я над ней работаю, но пока не уверена, что все получится. Ну да. Я что-то не очень представляю, как ты валяешься на шезлонге и пьешь коктейль через трубочку. Если я лягу на шезлонг, я начну думать, как все могло бы быть. А мне как раз этого и не хочется. Нажимай первый этаж. Хочу уже выбраться отсюда поскорей. Вообще не понимаю, как сиськи связаны с херней, которую тут рекламируют. Против сисек не попрешь.
А все остальное не важно. Только что нам в студию пришло срочное сообщение. Авиакорпорация... Если у тебя напрягается хер, а не мозг, то считай, ты делаешь то, что им и нужно. Мне глубоко поебать, что им нужно. Неважно. Главное, что они могут тебя обрабатывать. Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом. Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кочевников. К счастью, уцелевшие сотрудники службы безопасности контроля сумели отбить внезапную атаку и не попали. Компания уже заявила о том, что Простите, сэр. Можно вас отвлечь на минутку? Что на этот раз? У нас трубу прорвало. Козлы из городской администрации до сих пор не шлют нам сантехника. За языком следи! Не видишь, с кем разговариваешь? Ага. Ну-ну, хватит. Чем вам помочь? Ну, это нам бы трубу починить хотя бы. И может в паре квартир кое-что подлатать? А то ведь залило все. Спасибо. Надо вернуться к Майка с козырем в рукаве. Что, взывать к ее чувству справедливости не помогло? Майка убедит только конкретика. Минуту назад мне казалось, что ты хочешь все бросить. Ви, я целыми днями обрабатываю вирты в подвале. Какие шансы, что кто-нибудь придет и отстрелит мне башку? Мизерные. Как и сострадание Майка. В отличие от тебя, я не привыкла подставляться. Но это все равно еще не конец. Знаешь, я тоже люблю конкретику. А, то есть для тебя тоже главный расчет. Скольких ты положишь, сколько используешь патронов и сколько заработаешь. Не всех кормит искусство и мечты о свободе. Иногда приходится спускаться на землю. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви, и спасибо. Привет, Ви. Киберпсихов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга. Станет же народ открыто обвинять Юринобу в убийстве. Что? Имен я не знаю. Просто говорят, и все. На улице или в барах. В каких барах? Мы же не можем высылать в каждый бар кабуки по отряду. Не кричите, пожалуйста. Конечно, мы пресечем слух. Да, я лично этим займусь. Как только что-то прояснится, направлю вам... Ви, у тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь.
У меня проблемы. У тебя проблемы, и ты звонишь мне. Я думал, ты вернулась к семье. Ну да, типа того. Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду. Ух, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Ты раньше где-то в СМИ работала? Догадаться нетрудно, но ты молодец. Наблюдательный. Почему бросила? Хм, а кто сказал, что бросила? Информация — это оружие, Ви. Я просто сменила калибр. Как там дела с Максом? Ну, не просто. Еще бы было просто. Он, небось, не в восторге от того, кем ты стала. Ну, знаешь ли, я тоже много от чего в этой жизни не в восторге. А вот как-то претерпелась. Что он собирается делать? Я думаю, он и сам не знает. Реджина, как бы ты описала Уотсон? В двух словах. Кабуки построили японцы, но живут тут в основном китайцы. Нордсайд сиял хромом, а теперь весь проржавел. У нас тут целый аквариум корпоратов. В прямом смысле. Понимаешь, что это значит? В двух словах не уместить. Вот это Уотсон. Ты мне что-то хотела сказать? Да, я просто не знаю, как тебя благодарить. Ты не убил ни одного киберпсиха. Я понимаю, насколько проще и быстрее отнимать жизни, чем их спасать. Ты меня удивил, Ви. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может, я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. Ты мне что-то хотела сказать. Про киберпсихоз? Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь.
Cuidado. Ты выглядишь потерянным. В твоей душе хаос. Необоримо. Опять. Ну-ка. Как заново родился. Чтобы достичь результата. Сколько за... Это уж... Но на халяву кто? Хорошо. Это медитация. Мы в лесу. Исчез. Снова здорово. Теперь твоя осознанность стала шире. Узел заблуждений начал расплетаться. Погрузись в себя, проживи этот момент. Ни хрена не понимаю, но мне все нравится. Внутренняя гармония — это возвращение домой. Ты навидишь. Хочу попробовать. Нисколько. Хорошо. Можешь начинать. Это медитация. Через все и еще бы.
А знаешь, я начинаю привыкать к нашим встречам. Вижу, у тебя много вопросов. Я отвечу лишь на один. Кто ты? И почему все время исчезаешь? Ты можешь задать только один вопрос. Ты не можешь залезть на два дерева сразу. Блять, ты серьезно? Брань тоже очищает душу. Ты готов к последней практике медитации? К последней? Да. Заплати за нее столько, сколько считаешь нужным. Ну, то есть нисколько. Я буду твоим проводником в медитации.
это медита... Я... И опять исчез. Ну, хоть оставил что-то. Блять, что ж мне так херово-то, а? Видал? Тут сидел учитель Дзена, и вдруг бах, и нет его. Ви, ты чё несёшь? Он научил меня медитации. Очень необычное ощущение. Это не по моей части. Иди поговори с этой, как её, Мисти. Если тебя это парит. Хорошая мысль. Джуди, ну что, придумала план? Ха, еще какой. Приезжай ко мне вечером, и все узнаешь. Будут Том и Рокси. Они согласились участвовать. Кстати, Майка тоже будет. Как ты ее убедила? Достала козырь из рукава. Вечером расскажу. Только мне лучше вот что скажи. Ты какую пиццу больше любишь? Тофу тунцом и ароматом ананаса. А, эти две вещи даже в одном предложении не должны быть. Не то, что в одной пицце. Ты шутишь? Когда говорят о пицце, я становлюсь предельно серьезен.
Так чего? Увидимся вечером? Может, скажешь, что ты там придумала? Если коротко, то я знаю, как изменить поведенческий чип, чтобы превратить кукол в соло. Вот это я понимаю, конкретика. Вечером обговорим подробности. Ты же придешь, правда? А как же иначе? Аниго Штайнда! Привет. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится.